прижимая к груди сумку погибшего почтальона, маленький Саня вновь прибегает на пристань, но поздно. Отец арестован, и мальчик остается совсем один. Плачущего Саню замечает Иван Павлович Кораблев. Чего раскис? Что за беда? Откройся. Ну не молчи, но поделись. Давай скажи, не бойся. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов пред бурей сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ. Простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай. Снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Запомнил? Бурям глоб сыновья нас окутала черным крылом. Всю страну, словно губку пропитывая, перепутывая наши судьбы узлом. Мы историю не перечитывая отправляем сегодня на слом. Кружится мир на куски, а в это время сжавшийся лок от пески. Маленький мальчик бормочет 4 строки. Бормочи, не стесняйся, ты все будешь, если будешь настойчив и смел. Ты уже победил, ты уже говоришь, навсегда позабудь, как пред ложью не мел. Жаль вот только, что правды своей, малыш, жизнь отцу ты спасти не успел. Где на далеком краю ты, может быть, отыщешь тепло и уют? Стой, не забудь злополучную сумку свою. Буря мною небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверь она завоет, то заплачет. Как дитя, все странно, словно губку пропитывая, разъедая основы всего. Это в нас, словно пыль антрацитовая, оставляет тебя против всех одного. Выживай на других, не рассчитывая, у тебя болезнь.
больше нет никого, на других не рассчитывая. У тебя больше нет никого.